Здравствуйте. Сегодня я хочу вам рассказать о том, как определить смотанный пробег в принципе в любом Peugeot при помощи диагбокса и при помощи ноутбука. То есть только при помощи этого. К сожалению, данный метод не точный. То есть вы не сможете узнать, какие именно значения были до того, как пробег смотали. Но можно хотя бы понять, мотался ли он или нет. Для этого нам понадобится ключ от машины, ноутбук с установленным диагбоксом и непосредственно сам диагностический адаптер. Это у нас, он называется Lexia, на самом деле он называется Actia. Итак, приступим. Первое, что нам надо сделать, это заглушить машину. Что, в общем-то, мы сейчас и сделаем. Глушим машину. Вторым, будет плохо видно, вставляем ключ непосредственно в его законное место. Если у вас машина без бесключевого доступа, то в этом случае просто вставляете ключ в зажигание. Если с бесключевым, то помещаете его в специальное отверстие. Все, ключ на месте. Третье. В Peugeot 508 диагностический разъем находится под пепельницей. Вытаскиваете пепельницу. Вот разъемчик виден. В него, соответственно, вставляете шнурок. Шнурок у нас выглядит вот так вот. Этим концом он вставляется вот туда. Обратным концом USB-шку вставляете его в ноутбук. Итак, пошла запись с экрана. Первым делом запускаем диагбокс. Диагбокс запускается. Диагбокс запустился. Теперь включаем зажигание. Только зажигание, не заводя машину. Выбираем тип вашего автомобиля. В нашем случае это Peugeot 508. Подключить VCI. Переподключил шнурок. Он считывает у нас параметры непосредственно автомобиля. Ключ уже мы вставили. Теперь выполняем, обязательно запускаем поиск неисправностей. Можно через ремонт, но ремонт не дает доступа ко всем функциям. Отказываемся от соединения. Теперь диагбокс проходится по всем компьютерам и проверяет, соответственно, ошибки в них. Выключаем зажигание. Включаем зажигание. Отлично. Вот мы сейчас находимся в главном окне диагбокса. Глобальный тест.
Соответственно, что нам надо для того, чтобы определить смотанный пробег? Сейчас он замолчит. Итак, что нам надо для того, чтобы определить смотанный пробег? Во-первых, есть вот такая вот функция. Это журнал ошибок. Она у нас основная, по сути. Нажимаем на нее, и происходит считывание непосредственно всех ошибок, которые были за последние... Ну, там указано определенное количество километров. Честно говоря, не помню. Вообще, это несколько страниц записей. По этим ошибкам можно определить, какой пробег был у машины в какое время. Скажу сразу, на данной машине пробег реальный и не мотался никогда. В этом я уверен на 100%, потому что сейчас на щитке 278 тысяч. Если бы у нас был пробег, был бы смотан, естественно, не такие значения были бы. Были бы 100, 120, где-то так, ну, которые приемлемые. Сейчас мы пока ждем. Вот именно эта процедура, она достаточно не быстрая. Иногда заканчивается ошибкой. Если у вас медленный компьютер, то это может занимать и до 10, до 15 минут. В данном случае компьютер быстрый, поэтому вот уже журнал весь читался. Итак, смотрим, что на каких ошибках происходило. Последняя ошибка 278 543 километра. Соответственно, 5 километров назад. Сама по себе неисправность нам не важна. Нам нужны вот именно вот эти вот значения, находящиеся в левом столбике. Страница первая из пяти. Соответственно, запоминаем, какое сейчас значение 278 тысяч. Смотрим, какие ошибки повторяются. Потому что это достаточно важно. Это важно, потому что, в принципе, если пробег мотался, то, как правило, вытаскивают какую-нибудь лампочку и ездят с ней небольшое количество километров, но при этом, к примеру, там по одному, по два километра проезжают, заглушили машину, запустили машину. И при этом весь журнал ошибок забивается. Соответственно, сейчас нам необходимо промотать это все на начало. Как видим, третья страница 230 тысяч километров, четвертая страница 210, пятая страница, последнее значение у нас 0 километров и 184 тысячи. На самом деле, не зная я, что эта машина, у этой машины пробег не мотался, я бы подумал, что были какие-то ошибки. Ну, не ошибки, а пробег мотался. Но, так как эта машина известна мне, в принципе, с момента ее покупки, здесь нареканий нет. Но вот это вот вас должно насторожить. Кстати, отличный пример. Общее время по нулям, пробег 0 километров. Следующее время 12 минут, пробег 184 тысячи километров. На самом деле, именно в данном случае, скорее всего, происходило обновление блока BCI по гарантии, у нее была отзывная кампания, но я бы на этом вот все-таки насторожился. Так, дальше. Сейчас, вот этот пробег 184, сейчас 278 тысяч, разница в 100 тысяч километров. То есть... В принципе, на машинах с меньшими пробегами обычно здесь будет значение, либо еще покупалась машина только нулевое, и ошибки полезли там. Обычно они начинают первые появляться, иногда бывает на 2000, иногда на 10000 километров. Вот. И с этого момента значения начинают увеличиваться. Соответственно, вот тут вот у нас 308 километров, 84 308. Следующая ошибка. 84971 и так далее. То есть здесь важны не вот эти вот значения. Это сам по себе пробег. И, соответственно, если, грубо говоря, у вас на щитке значение, к примеру, там 50 тысяч, а здесь 100 тысяч, то это значит пробег 100% отмотанный. Если у вас на щитке... значение, грубо говоря, там 100 тысяч, а на первом листе 150 или 200 тысяч, значит пробег отмотанный. То есть первым делом смотрим на это. Но если
человек грамотный мотал пробег, не тот, которому нужно срубить денег по-быстрому, а тот, который хочет, чтобы вы никогда об этом не узнали, журнал ошибок будет затерт. И в этом случае будет такая коллизия, ну вот как у меня оно и выглядит. То есть 0 километров, потом сразу 184 тысячи, или там, к примеру, сразу 50 тысяч. Ошибки на этих машинах, как правило, появляются сильно реже, ну, сильно раньше. И самое главное, они записываются по любым проблемам. К примеру, перегорела лампочка. Ошибка появилась в этом журнале. Там отсоединилась батарейка. Как правило, ошибка появляется в этом журнале. То есть любая ошибка записывается сюда. Вот. Так, журнал ошибок мы рассмотрели. Соответственно, что можно основное из этого вынести? Если у вас пробег 0 километров в этом журнале, а потом резко стал, ну, обычно ставят 90 тысяч, вот резко вот он стал 90 тысяч, то в этом случае, скорее всего, пробег мотанный. Если у вас весь журнал ошибок забит, то, ну, и, может быть, имеет смысл задуматься о целесообразности покупки такой машины, потому что одно дело, если он забит какой-нибудь лампочкой, а другое дело, если ошибки серьезные. Такое тоже бывает, и сюда пишутся и моторные ошибки тоже. Вот, но это как бы у нас первая диагностика. То есть мы посмотрели в этот журнал, после чего выходим из него и идем в калькулятор двигателя. В нем значения пробега указаны не будут, но тут есть такая вещь, как журнал ошибок тоже. История стирания ошибок. Нажимаете на нее и смотрите, сколько ячеек памяти и когда они были заполнены. Соответственно, последний раз здесь стиралось по двигателю 27.08.18. До этого 15-й. Вот здесь вот, кстати, видно, вот машина попала ко мне в руки. 7.07, 16.05, а до этого сюда никто и не лазил. И вот с момента покупки все ошибки видны. То есть, исходя из этого, то, что стирания ошибок было много, можно предположить о том, что пробег у машины достаточно большой, как оно, в принципе, и есть. Также, если много историй стирания ошибок, то в этом случае пробег, не пробег, а может быть машина просто часто ломалась. Вот. Но вас самое главное, что должно насторожить, если у машины, к примеру, 100 тысяч пробега и ни одного стирания ошибок. Часто я видел на пробегах 100-120 тысяч 3-4 стирания. Но если ни одного, это значит, что ошибки стирались и отсюда. На этом все. Соответственно, основное, что вам надо посмотреть, историю стирания ошибок двигателя, которая находится в калькуляторе двигателя. И общий журнал ошибок. Соответственно, если в общем журнале ошибок у вас значение, к примеру, первая ошибка там 50 тысяч километров, а до этого он пуст, то значит пробег скорее всего мотался. И при этом, если в калькуляторе двигателя много стирания ошибок, если, к примеру, у вас в калькуляторе двигателя нет ошибок, и при этом первая ошибка в общем журнале где-нибудь на 100 тысячах, пробег мотался тоже. При этом еще, скорее всего, менялся калькулятор двигателя. Если у вас и там много ошибок, но при этом пробег реален, то пробег реален. Вот. Также косвенно еще одно подтверждение – коробка передач. В данной машине установлена АТ-6. На АЛ-4 примерно то же самое. То есть, единственное, параметры счетчика старения масла, куда вам надо зайти, они находятся не здесь, а, по-моему, в меню через ремонт его можно посмотреть, вот в этом меню. В данном случае заходим в счетчик старения масла и считываем показания счетчика старения масла. Подтверждаем. Ну, вот наши параметры. То есть это я уже отматывал, этот счетчик не работает здесь, но на остальных машинах
он, как правило, показывает косвенные данные. То есть, если у вас счетчик старения масла, какой-нибудь совершенно гигантские параметры, в случае с AL4, которые ставятся на большинство моделей Peugeot, Citroën, это где-то по 300 тысяч, то в этом случае, значит, пробег у машины все-таки присутствует. На этом все. Отсюда вот выходим. Вот такое вот небольшое видео у нас получилось о том, как посмотреть, смотан ли пробег через Diagbox, он же Lexia. Это все актуально для машин выпуска после 2000, в случае с Peugeot это выпуск после 2005 года, в случае с Citroën некоторые модели это выпуск после 2004 года, например, на Citroën C4. К сожалению, более точно узнать пробег не получится. Именно вот этими средствами. То есть, самый точный вариант узнать пробег, это обратиться к дилеру. И по ВИНу они вам могут предоставить, если захотят, информацию о том, какой был пробег у машины на момент гарантийного обслуживания. И если в период гарантийного обслуживания он добежал, ну, к примеру, до 60 тысяч километров, а сейчас, спустя 5 лет, вы видите на щитке одометра 90 тысяч километров, это хороший повод задуматься. Если, грубо говоря, на момент обслуживания пробег добежал до 100 тысяч километров, а сейчас он 80 тысяч или 60, то это уже 100% не вариант для покупки. Ну, если вы, конечно, не хотите купить умотанную машину. Если на момент обслуживания у дилера он был, грубо говоря, 50 тысяч, а сейчас прошло 3 года, и он 150 тысяч, это вот уже похоже на правдоподобное. Но, опять же, самое главное, это не значение, а интервалы. То есть дилер вам может предоставить информацию, там, первое ТО, второе ТО, третье ТО, четвертое ТО и так далее. И там будут указаны значения пробега. И надо смотреть на средний пробег между ТО, потому что я видел несколько раз машины, которые, к примеру, ну, вот на настоящий момент, сейчас декабрь 2017 года, машина 2011 года. На настоящий момент у нее пробег, по-моему, 19 тысяч километров. Это Peugeot 308. Пробег 100% реальный. Машина просто стоит во дворе. Но надо понимать, что такие чудеса не бывают в реальной жизни. То есть такие машины есть, да, я это не отрицаю. Но для того, чтобы ее найти, я, честно говоря, не знаю, что нужно сделать. Соответственно, в принципе, малым пробегам можно доверять, но только при наличии каких-либо серьезных доказательств. Вот, к примеру, у машины один владелец. Она не была у перекупов, она была куплена там, в лохматом году каком-то. И вот она то есть она все это время у одного человека. Это уже плюс. Второй плюс – это то, что есть сервисная книжка, и заполнена она ни одной ручкой, ни одной печатью. Третий плюс – это проверенный полностью, подтвержденный пробег у дилера. И то, что эта машина обслуживалась у дилера. На самом деле, многие на это забивают, но при продаже, на самом деле, ну, лично у меня, лично я, лучше куплю машину, которая была приобретена у дилера, нежели чем ту машину, которую обслуживали в гараже. Да, может быть, косвенным подтверждением еще может быть, это пройтись по драйву, ну, по блогу, по автоблогам. Очень часто о машинах там пишут, и если машина с драйва, то при хорошем обслуживании и при корректных записях владельца ее бояться не стоит. Это наоборот, эти записи будут плюсом. Но если вы видите то, что он пытался починить машину изолентой и лазил туда везде сам, не понимая, что вообще нужно делать, то, ну, на самом деле я бы задумался, опять же, о приобретении такого чуда. На этом, я думаю, стоит завершить наше не очень короткое видео о пробегах. В дальнейшем я планирую снять видео о том, как пользоваться диагбоксом, для того, чтобы не только узнавать, какой пробег у машины, но и просто банально проводить диагностику, понять, какие ошибки.
что за что отвечает и прочее. Также проведу небольшой ликбез по поводу включения и отключения самых примитивных функций, например, как отключить складывание зеркал или как прописать ключ. Вот. Ну, пока на этом все. Спасибо вам огромное за то, что вы меня смотрели. Огромное вам всем удачи и пока. Peace.